Всем привет, мы продолжаем играть. Напоминаю, что играем в офигенной БКшечке, три восьмерочки стар, ссылочка на нее находится закреплена комментарием. Также не забываем подписываться, на 3500 подписчиков у нас будет офигеннейший розыгрыш. В общем-то, начинаем с рубластом. Давайте по 1000. Да ну нафиг, сразу x3. Спасибо, спасибо, фрутбласт, плюс 2000. Это было, конечно, мощно. Тогда идем в Одиссей. Так, ну не 100 рублей, 1000, конечно. Пытаемся здесь что-нибудь хорошее забрать. Ну, в идеале, конечно, x5. На x10, так сказать, я уже не наглею, но тоже, в принципе, можно. И офигеть, сразу берем x5. Даже x6, серьезно, уже 18 косарей. Плюс 7000 за минуту. Не, ну сегодня что-то прям БКшечка выдает, выдает. Ну это прям компенсация, блин, за предыдущие дни, когда мне очень сильно не везло. Ладно, не будем расслабляться. 1000 грузим в кристалл. Еще косарь. Еще. Так, 4000. Ну это плюс 1000 точно будет. Да, пойдет. Скретч. Давай, косарь. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, вот это плохо. 5 минусов по 2000. Есть x2. Еще что-нибудь. x2. И x6. Офигенно. Просто офигенно. Скретчик. Красава. Красава тоже. Так, 26 тысяч уже на балансе. Офигеть. Офигеть, как быстро мы сегодня набираем бабло. Так. Давайте сберем код. В прошлом ролике ничего в нем не получили. Хочу все-таки что-нибудь здесь собрать. Ничего не упало. Не беда, крутим еще. Тоже минус, блин. Бернинг ход, ну должен что-нибудь выдать-то уж. Давно ничего не давал. Серьезно, 2 бакса, блин, в одном ряду и третьего бакса нет. Ладно, последняя попытка. Да. Не густо. Не густо бернинг ход. Скорее наоборот. Ладно. Погнали, секретный кейс откроем. 1000. Так, пустой. Еще косарь. Пустой. И теперь давай, наверное, все-таки удвоим по 2к. Раз, попытка. 2, так, x2. 18 тысяч. Ну, давай еще одну попыточку. Пусто. Пусто. Блин, придется по 4 тысячи нагонять. Пустой. Пустой. Ну, серьезно? Капец, что, все проиграл, что ли? Да жесть! Да ну нафиг! Блин, 20 косарей было. Как ему столько слить, а? Ой-ой-ой. Ладно. Сейчас закину я до депа, попробуем хотя бы десятку нашу отыграть. Так, ну что, закинул я еще десяточку. Блин, давайте на скретч попробуем вернуть по 1000. Раз, два, три, блин, четыре, ну скретч, пять, шесть, потно, с шестого раза ничего потного, ничего путного точнее, так. 8000. Блин, ну как-то совсем все печально на самом-то деле. Давай рискнем вестерн. По 200 рублей на 9 линий. 1800. Три попытки у нас есть. Вся надежда на вестерн. Так, две линии сразу загорается. Ну, блин, это, наверное, мало будет. 1200. 7к, слушай, неплохо. Ну-ка, давай еще покрутим. Может быть, до двадцаточки так поднимемся. Одна линия. 500, что ли? Нет, это 1001 линия, ладно. Блин, опять одна линия. Нам бы побольше. 1000. Вестерн, давай. Линии 3-4. Блин, минус. Одна линия. Да, не густо, не густо. Косарь. Ну давай, пожалуйста, Вестерн, ну затащи. Вся надежда только на тебя, блин, а? Так,
Ты угораешь, что по одной линии? 2000. Чё так мало? Давай что-нибудь путное. В пролете. Ну, походу, сейчас и это минусанем. Да серьезно, ну как так-то? Почему не везет такая? Ну. Блин, капец. Ой, да ну его нафиг. Короче, ладно, в минусе. Я сильно разочарован. Ну, что теперь поделаешь? Ладно, давайте попробуем все-таки тогда в следующем ролике уже отыграться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.